Мой Господь, Ты мое дыхание, без Тебя я не могу. Мой Господь, надежда, упование мое, без Тебя я не могу. Превозносить не перестану имя Твое, Господь. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей. Осанна вышли, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, Осанна вышли, я в руке Твоей. Мой Господь, Ты мое дыхание, без Тебя я не могу. Аллилуйя! Мой Господь, надежда, упование мое, без Тебя я не могу. Превозносить не перестану имя Твое, Господь. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, Осанна вышли, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, Осанна вышли, я в руке Твоей. Хвала Тебе, Господь Святой, Господь Святой, аллилуйя, на моих устах. Хвала Тебе, Господь Святой, Господь Святой. На моих устах хвала Тебе, Господь Святой, Господь Святой, аллилуйя. На моих устах хвала Тебе, Господь Святой, Господь Святой. Тебе, Ты достоин славы всей, Осанна вышли, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, Осанна вышли, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, Осанна вышли, я в руке Твоей.
вышли, я в руке твоей. Дорогие братья и сестры, как вы уже слышали и знаете, часть нашего собрания сегодня проводит служение в летнем лагере. Чревак есть такой, у озера. А здесь, я так понимаю, сегодня в Зуме собрались все, кто по разным причинам до озера доехать не смог. Да? И я догадываюсь, что как бы компенсировать нам отсутствие озера и красот дикой природы, да, у нас сегодня вместо одной проповеди будут две, вы об этом не знаете, но две короткие. Вот. Поэтому давайте мы еще раз с вами склоним головы в краткой молитве и поблагодарим Творца миров, даже что в условиях даже пандемии у нас есть с вами, пусть неполноценная, все же благословенная возможность общаться друг с другом и не оставлять собрания своего. Наш великий, святой, триединый Бог, Творец всего сущего, видимого и невидимого, мы благодарим Тебя, что и там, у озера, где сейчас наши братья и сестры проводят служение, и здесь, в нашем виртуальном служении, Ты всегда с нами рядом. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо. Мы благодарим Тебя, что Ты рядом с каждым из нас. Ты объединяешь нас в едином духе. И просим, благослови нас всех поклониться Тебе. Поклониться Тебе сегодня в духе и истине. Говори к нашим сердцам. Говори словом Твоим. Преобразуй их так, как Ты знаешь, нам будет лучше. И дай каждому из нас от сегодня и впредь каждый день убеждаться, что благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, какие бы мы обстоятельствах ни находились, они всегда с нами. Аминь. Аминь. Прежде чем, я хотел бы сегодня чуть-чуть немножко поговорить о нашей с вами вере, о том, о ком она или о чем она, как она проявляется. Но сначала давайте в двух-трех словах напомню о прошлом собрании, когда часть нашего русскоязычного служения имела возможность собраться в помещении церкви, и это всегда радостно, пообнимать братьев и сестер, а часть присутствовала по интернету. Речь шла тогда о нашем отношении к Писанию, Библии, о том, насколько это отношение к истинам Библии важно и критично для всей нашей жизни. Я думаю, что все, кто слушал, догадался, и Рома подчеркивал, что речь шла не об отношении к книге, как к бумаге, запечатанной на ней словами, да, об отношении к учению, изложенному в Библии. Это отношение играет крайне важную, критическую роль в жизни каждого человека. Знает он об этом или не знает. То есть, другими словами, наше отношение к Слову Божьему – это вопрос жизни и смерти. Давайте задумаемся, верим ли с вами в то, что Библия – это истина в последней инстанции? Что это обращенное к нам послание Творца, Творца этого мира, который не только сотворил материальную вселенную и самого человека, но и в своем Сыне Иисусе Христе явил человеку, поссорившемуся с Богом и ушедшему от Него, невиданную прежде в этом мире любовь. Он предлагает человеку в Иисусе Христе примириться с Богом. Иисус не только оставил небесный трон, тронный зал Отца, спустился в этот мрачный, находящийся под властью греха мир и принес свет учения, способного спасти человека от власти греха и примириться с Богом. Иисус принес в жертву собственную жизнь, чтобы грех всего человечества, всего мира был должным образом наказан, а человек был оправдан пред Богом. Верим ли мы вот в суть этого учения? Кстати, довольно часто задают вопрос, а не мог бы ли Бог просто простить человека, не принося в жертву Иисуса Христа? Поскольку многие из вас уже знают ответ на этот вопрос, для тех, кто задумался, я дам краткую версию ответа. А длинно, если кому-то будет интересно, можно поговорить в малой группе. Так вот, краткий ответ – не мог. Ведь вы читали, а может быть слышали, что Иисус говорил, я пришел не нарушить закон, а исполнить. А какое наказание предусмотрено законом за грех? Некоторые сразу вспоминают послание к Римлянам, 6 главу, 23 стих. Там начинается такими словами. Ибо возмездие за грех, что там дальше? Я слышу, смерть. А дальше, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем.
Чуть подробнее об этом говорит другой хорошо известный стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Вижу, шевелятся губы. «Зачем? Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Да? Это Евангелие от Иоанна 3:16, известный стих. Там, правда, дальше еще интереснее. Но это сердцевина, центральная часть всего учения, изложена в Библии. От того, принимали ли мы это как истину последней инстанции или нет, будет определять все остальное в нашей жизни. Об этом в прошлое воскресенье очень подробно проповедовал Рок. А что происходит дальше, если мы всем сердцем верим Богу, Творцу, верим Иисусу, принимаем Его жертву, отдаем свою жизнь в Его руки? Что происходит дальше? Апостол Иоанн пишет: мы выходим из мрака на свет и переходим из смерти в жизнь. Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, говорит Иисус, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Обратите внимание, что здесь еще речь идет о каком-то суде. Имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Мы уже где-то читали, что верующий в Иисуса, верующий в Бога не судится. Это следующий стих, 18. Верующий в Него, в Иисуса, не судится, а неверующий уже осужден. Как осужден неверующий? Каким образом? Тем, что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Я так понимаю, что если я не поверил Богу, что Его Слово, то, что Он говорит, это истина, я тем самым сам себя уже осудил. Суд уже состоялся. Но как же этот суд происходит? В чем он состоит? 19 стих, следующий, вносит ясность. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет. Что обозначают эти слова «свет пришел в мир»? В мир, лежащий во мраке греха, Иисус принес свет учения, свет Слова Божьего. Но людям, нам, милее и привычнее была и есть тьма греха. Еще раз послушайте. Суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Мы не хотим верить, что Библия – это Слово Божье, что это истина. И мы с вами знаем, почему люди так поступали и поступают. Конец 18 стиха. «Потому что дела их были злы». И вот мы приходим к вам, с вами к чему? К нашим делам. Что мешает нам поверить Богу и выйти на свет? Принять свет Его истины. Что заставляет прятаться во тьме? Наши дела. Ну, некоторые из нас могут сказать: ну, это не про меня, я вообще ничего не делаю. Давайте не будем заблуждаться. Библия и Слово Божье, истина в последней инстанции, говорит однозначно. Все согрешили, и нет праведного ни одного. Изначально мы все прячемся во тьме, потому что такова наша сущность. Грех живет в нашем сердце от рождения. Дела наши, каким мы их ни считали, они злы. Ведь правда, если мы оглянемся на свои самые хорошие поступки, даже в тех наших самых добрых делах, даже после того, как мы уверовали, мы хоть чуть-чуть да найдем либо корыстные мотивы, либо желание, чтобы нас похвалили, либо чтобы обратили на нас внимание, либо желание казаться чуть лучше, чем мы есть. Умнее, добрее, заботливее, ну, красивее там, на крайний случай, да. Но, допустим, даже если мы ничего из вышеперечисленного в себе уже не находим, то хоть маленькая такая, едва заметная мысль, нет-нет, да и посещает верующего человека в трудные моменты жизни. Знаете, какая мысль? Ну, ничего, Бог мне за все это, за все мои труды и лишения потом воздаст, наверное, и стократно воздаст. Правильно? И вот такая мысль тоже выдает меня с потрохами, что плоть моя все еще крепка. Так как же быть с делами? Неужели не по вере, а по делам судит Бог? Библия говорит, что у человека, не поверившего Иисуса и не вышедшего на свет, они всегда злы. Считаю я так или не считаю? Писание, Библия говорит, что если мои дела не в Боге соделаны, они злы. Точка.
верю ли я в этом Библии или нет. Я-то, конечно, могу свои дела считать не злыми, даже хвастаться ими перед другими людьми. А могу и знать, что они злые, и что за такие дела мне грозит суд Божий. Но я не только сам буду их делать, но и других буду поощрять. Писание говорит, что и так бывает. И бывает это, знаете, с кем? С теми, послание к римлянам, 1 глава, 21 стиха. С теми, кто познал Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствах своих, как следствие всего этого, помрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, они обезумели. Обратите, пожалуйста, внимание на слова. Сердце омрачилось. Слышите слово «мрак» снова? Только теперь мы уже не просто прячемся в этом мраке, мы уже не убегаем от света истины. Теперь этот мрак уже в нашем сердце. Послание к Римлянам 22 стихи этого, да? И больше всего, большинство из вас уже знает, что будет дальше, когда у нас в сердце мрак. Послание к Римлянам 28 стих говорит, такие люди не заботятся иметь Бога в разуме. И тогда Бог предает их превратному уму делать непотребство. Другими словами, Бог позволяет нам делать то, что мы хотим делать, когда мы водимы мраком в сердце. А затем с 29 по 31 стихи, в первой главе послания к Римлянам следует краткий список всех этих непотребств, которые мы исполнили, которые проявляются в наших делах, когда в нашем сердце царствует мрак. Неправда, блуд, лукавство, корыстолюбие, злоба, зависть, убийство, распри, обман, злонравие, злоречивость, клевета, богоненавидчество, обиды, самохвальство, гордыня, изобретательность на зло. Вот тут родители приободрились, непослушность родителям. Безрассудность, вероломство, отсутствие любви, непримиримость, отсутствие милости. Правда, это очень далеко от плодов духа, о которых мы в последнее время говорили. И вот последний стих первой главы послания к Римлянам. Давайте задумаемся, о ком будет следующий стих. Вот сейчас я его прочту, а вы подумаете, о ком он? О людях, которые знают Бога, или о тех, кто не знает? Последний стих. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. То есть они знают, что делающие такие дела, которые были перечислены выше, достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих ободряют. Если вы не подумали, если вы не уверены, что эти люди знают Бога, да, то я еще раз прочитаю вам 21-22 стихи. Там написано, что так было, бывает и будет с теми, кто, познав Бога, но не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились умствах своих, омрачилось несмышленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Слышите, да? И дальше, еще с 28 стиха. И как следствие, поскольку они не завозят иметь разума, Бога в разуме, то предал их превратному уму делать непотребство. Я перечислял вам все непотребства, они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, крыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия. Это люди, которые познали Бога, да, говорит Писание. И они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Правда страшно? Оказывается, мало верить, что Бог есть. Вера, говорит, Писание проявляется в наших делах и поступках, которые либо славят, либо позорят нашего Отца. Иисус открыто говорит, что вера и любовь к Нему проявляется в исполнении Его заповедей, что не может не проявляться в наших делах и поступках. «Если любите Меня, – говорит Иисус, – соблюдите Мои заповеди. Если этого нет, то наша вера ничем не отличается от веры бесов, о которых пишет Иаков. Бесы тоже веруют, что Бог един. Веруют и трепещут. Давайте подведем итог. Что нас заставляет убегать от света истины Божьего и прятаться во тьме? Писание говорит, наши дела, которые от рождения, есть следствие нашей греховной природы, и поэтому злы. И появляется немного глупый вопрос. Так что нужно делать, чтобы делать не злые,
а делать добрые дела, дела Божии. Именно такой вопрос задали Иисусу, когда он учил в синагоге в Капернауме. Пишет о нем апостол Иоанн в 6 главе 28 стих. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал ему в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Обратите внимание, что в этом стихе не сказано. Здесь не сказано верить в учение Христа, верить в Библию, верить в какую-то определенную доктрину, как, скажем, непорочное зачатие или что-то в этом роде. В Писании, а мы верим, что оно богодохновенно, сказано, чтобы мы верили в того, кого послал Бог, в Иисуса Христа. И в заключение нарисую вам маленькую картинку, которая однажды мне чуть-чуть помогла понять роль Библии и то, какой может быть моя вера в Бога, в чем она может выражаться. Вот представьте себе, да? Я за каждое воскресенье хожу в кафе или в ресторан. Прихожу, сажусь за столик, беру меню, открываю, подробно его рассматриваю, изучаю, затем зову официанта и обсуждаю с ним различные блюда, их достоинства, недостатки, ингредиенты, способы приготовления, различные рецепты. Кое-что я даже записываю, запоминаю, заучиваю наизусть, а затем вежливо прощаюсь, оставляю официанту щедрые чаевые и ухожу домой. И это я делаю каждое воскресенье. Вам не кажется, что в моем поведении чего-то не хватает, что со мной что-то не так? И, конечно, вы скажете, ну понятно, в ресторан ходят не меню читать, а вкусить то, о чем повествуется в меню, и то, что там жарится на кухне, что ароматно пахнет. Да? Так и Библия. Она как суперменю, которое обращается к каждому, кто открывает эту книгу и приглашает. Вкусите Господа, вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Библия поворачивает нас к сверхъестественному, трансцендентному, святому и в то же время живому, личному, благому, любящему Богу, сотворившему небо и землю. Если я за Библией в реальной жизни, дома и на работе, в общении с ближними, дальними на улице и в скайтрейне, когда сплю и когда босую, когда сижу и когда стою, когда во всем этом и за всем этим я не вижу живого Бога, который всегда рядом, не ищу общения с Ним и не уповаю на Него во всем, что я делаю, тогда мне, наверное, только и остается, что ходить каждое воскресенье, читать меню, обсуждать ингредиенты, достоинства, недостатки описанных блюд и, заплатив там, я не знаю, десятину, несонно хлебавши, идти домой. И многие из вас скажут, ну да, ну нам понятно, что Библия говорит о Боге, и мы хотим, ходим в церковь не просто Библию читать и поклоняться Богу, а общаться с Богом. И вот мы от Библии поворачиваемся к Богу и благодарим Его за спасение от власти греха, который Он явил Иисусе Христу всему миру, погруженному во мрак. И говорим Ему, что мы искренне любим Его за это, любим и славим, почитаем Отца, Сына и Святого Духа. А Бог смотрит на нас и, любя, говорит через апостола Иоанна. 4 глава 1 послания, 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Но это уже, наверное, другая проповедь, или может быть нет, или может быть то же самое. Давайте склоним голову в молитве. Спасибо тебе, Творец неба и земли, что ты живой, живой триединый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Слава тебе, Иисус, что ты не только добровольно спустился в этот мрак и принес свет истинного учения, но исполнил закон, приняв смерть за грех всего мира. Спасибо за воскресение твое и за утешителя, Духа Святого, которого ты просил Отца послать в этот гибнущий в грехах мир, который ты возлюбил. Слава тебе, что ты учишь любить нас, Бога и друг друга. Великий, триединый Бог, слава тебе, слава и благодарность за то, что благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа
по Твоему обетованию всегда с нами. Слава и аллилуйя. Аминь. Ведь в эти дни я с тобой есть. Вся твоя жизнь – бой за любовь. Это твой путь и твоя боль. Но ты хранил веру свою. Будешь однажды со мною в раю. Мы увидим небеса, и в мире лучше Бог откроет нам глаза. Ко дню от ночи мы увидим небеса. Все те, кто верит, будет там конец слеза, и все потеря. Не ужасайся и не страшись. За мою руку крепко держись. Вся твоя жизнь под контролем моим. Будешь всегда ты мною храним. Там конец слеза, и все.
Хорошо, друзья, мы продолжаем наше общение, продолжаем служение наше. Спасибо, Сережа, за слово. Жизнь, жизнь и смерть, добро и зло, тьма и свет. Послание Галатам, 5 глава, место Писания, которое мы уже больше месяца изучаем, это летняя наша тема, плод Духа Святого, да? И 24 стих говорит: «Но те, которые Христовы». Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вот страсти и похоти – это то, что присуще нам. Да, это наша природа, это наша тьма, в которой, в принципе, мы находимся. И поэтому плод Духа Святого – это как раз тот свет, который Бог зажигает в нас. Да? Но мы знаем, где появляется свет, куда приходит свет, тьма уходит. Слава Богу. Непростое время, в которое мы живем, и я думаю, что вот эта ситуация с ковидом, наверное, надолго войдет в умы и сердца людей, да, еще долго будут вспоминать события эти, мы не знаем, как они развернутся в будущем, но мы уже знаем одно точно, мы уже никогда не будем такие, как до этого. Я хочу сказать, что бы с нами ни происходило, оно всегда, и все происходит под контролем великого Бога. И если мы даже посмотрим на COVID и на эту ситуацию, мы увидим, что есть что-то положительное в этом, правда? Ну, наверное, многие стали больше проводить время с семьей, да? Вот кто-то узнал, что у него есть жена и дети, что у них есть определенные желания, какой у них характер, да? Потому что наша жизнь была настолько в таком ритме, бежала, что люди утром уходили, вечером встречались, и на этом заканчивались, в общем-то, все общение. То есть явно в этом положительный момент. Да? Многие люди ознакомились с какими-то технологиями, правда? Вот, там, вот, компьютеры, зумы, да? То есть вещи, о которых, наверное, мы бы никогда в жизни туда бы и не полезли, и не смотрели бы даже в ту сторону. Но в результате этого мы сейчас уже немножко умнее, чем мы были до этого. Очень важный момент положительный – это, наверное, переосмысление ценностей обычной жизни, которую мы имели тогда. Но сегодня мы ее переосмысливаем, да? И мы видим, какой ущерб мы получили от того, что мы не имели возможности встречаться физически. Я это слышу на протяжении, наверное, вот всего этого периода, когда вот так вот мы общаемся в Zoom, и люди говорят, как бы мы хотели вот быть рядом, да, вот просто помолиться, просто посмотреть в глаза друг другу, просто почувствовать вот плечо брата и сестры рядом. Как мы этим не ценили тогда? И как нам этого не хватает сейчас? Но есть и моменты негативные или отрицательные, да, но, наверное, что бы мы могли сказать к негативу, это то, что у людей появился какой-то неестественный, просто животный страх перед болезнью, да. Ну, я не говорю о всех, я говорю в общем, да, то есть не принимайте это лично на себя, но в общем, да, вот, со счет вот этих средств информации и так далее, пропаганды, да. Очень важный момент – это, наверное, вопрос вакцинации, да, который тоже разделил общество, и одни боятся, другие не боятся, и тоже у каждого свое мнение, и люди спорят, доказывают, и у каждого своя правда. Да. Но важный момент, о котором я хотел сегодня говорить, это, к сожалению, вот эта ситуация с ковидом и вот это время, которое мы провели в изоляции, оно
к сожалению, проявляется в том, что люди не очень спешат и хотят вернуться в живое общение. Как это ни странно. Как это ни странно. Да? Еще раз, у каждого могут быть свои какие-то причины для этого. Да? Я ни в коем случае не хочу ни осуждать никого, ничего. Просто это, я просто говорю как факт. Да? Была возможность у нас физических встреч, и, к сожалению, и не только у нас, по статистике, возвращается лишь малое-малое количество людей. Мало людей. Почему? Если убрать моменты, которые связаны с какими-то, может быть, страхами, связанными еще с болезнью, к сожалению, для некоторых людей достаточно комфортно стало просто не выходить из дома. Да? Зачем напрягаться, куда-то ехать за время какое-то, да, просто можно, сидя на диване, выключив визуальную какую-то картинку, можно пить, есть, жевать, спать, что ты хочешь, да. И как бы для себя ты находишь оправдание. Ну, я же был в служении, я же слушал, да, и как-то так. Я бы хотел сегодня на эту тему поговорить. Почему? Потому что это очень важный момент, момент, связанный как раз тем, о чем говорил Сережа, чтобы в нас было больше света. Откуда этот свет приходит? Да? Как то, о чем мы говорили все это летнее время о плоде Духа Святого, любовь, радость, милосердие, долготерпение. Вот что это, о чем? То есть это закончится очередной информацией, да? Вот как Сережа говорит, мы прочитали меню, и остались без тебя. Это другое французское слово. Да? Вот. Или что-то будет все-таки по-другому. Почему не надо оставлять собрание своего? Это тема, о чем я хотел с вами поговорить. Послание к евреям, 10 глава, 25 стих. Автор послания говорит, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Да? Автор говорит о том, что у некоторых такой обычай появился, да? Не посещать, не посещать. Да? Но в то же время он призывает к тому, чтобы мы поощряли, да? То есть мы говорили друг другу, мы помогали людям все-таки возвращаться в служение. Почему это так важно? Если церковь для нас – это не просто игра в хороших людей, религиозных людей, да, церковных людей, если это для нас действительно что-то очень серьезное, что-то очень радикальное, если мы согласны с тем, о чем говорит Слово Божье, чтобы мы отобразили в себе Христа, как мы можем отобразить? Да? Христос говорит о том, что есть определенная школа Христа. Он говорит, научитесь от меня. И мы об этом говорили уже. Да? Научитесь от меня. Это школа Христа. И как в любой школе, есть три важные составляющие школы. Первое – это всегда надо определить уровень знаний. Да, для этого есть экзамены, для этого есть тесты, для этого есть процедура, когда ученик, его опрашивают в разных категориях – математика, писание, чтение – и определяют его уровень. Да? Это один момент. Второй момент – сам процесс учебы. Непростой, это время, это занятие, это дисциплина, это не самое радостное время в жизни людей. Да? И третий момент, связанный с учением, это практика. После того, как человек прошел тест, учился долго, наступает время, когда ему нужно эти знания проявлять. И вот если мы эти понятия переведем в плоскость духовных вещей, то здесь получится тоже три варианта. Да? Первое. Уровень знаний – это мои слабости в духовном развитии.
мы понимаем, что каждый из нас несовершен. У каждого из нас есть слабые места. Есть места, которые мы думаем, что мы сильны. Да? Мы думаем, что у нас там все хорошо. Думаем, сидя у себя на диване. Но это не совсем так. Второй момент – учеба. Это практика роста, духовного роста. Да? Когда то, что мы определили слабое в нашей жизни, находясь в школе Христа, мы как-то учимся, мы сдаем экзамены, тесты, мы переходим с одного уровня на другой, возрастая во Христе. И третье – практика. Это реализация полученных знаний. Да? То есть то, что мы получили от Господа, то, что Он нас вложил, тот свет, который мы имеем, да? То преобразование, которое мы получили, его надо использовать в жизни. Где же эта школа? Эта школа – не что иное, как церковь. Это церковь, друзья мои, для всех этих трех моментов. Иисус создал то, что по-настоящему будет нас обличать, взращивать и менять. В Евангелии от Матфея Христос говорит такие слова. «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Не надо думать, что речь идет о какой-то такой, ну, виртуальной церкви, да, церковь, где вот куда человек попадает, и он сразу становится совершенным, сразу становится таким, ну, весь свет, да, просто ходит и сияет, да. Как раз об обратном. Христос делает упор, он говорит: «Я создам церковь мою». Говоря или подразумевая о том, что есть церкви, которые не его, церкви, которые созданы людьми на основании человеческих представлений о церкви. Поэтому церкви так дробятся, так разделяются, между собой спорят, не согласны, эти более святые, те менее святые, эти правильные, эти неправильные. Почему? Да потому что это не церковь Христова, потому что она основана на человеческих амбициях, на понимании своей святости, своей праведности, своих каких-то моментов. И это церковь, которая не устоит. Христос говорит: «Я создам церковь мою». Что это за церковь? Друзья мои, это церковь, куда пришел ты и я, вот такой, как есть. Со слабостями, с ошибками, с моментами, когда мы падаем, когда нам неудобно. Но это мы, но Господь говорит, что если ты позволишь истине войти в твое сердце, я буду учить тебя. Даже когда ты будешь падать, я буду поднимать тебя. Когда ты будешь отчаиваться, я буду приходить и поддерживать тебя. Когда тебе будет казаться, что у тебя ничего не получается, воззови ко мне, я отвечу, Господь говорит. Но это единственное место, где мы действительно растем, действительно шлифуемся и начинаем показывать Христа в церкви, где рядом с нами такие же несовершенные люди. Когда я сидел на диване и слушал какие-то истории, я думал: ну, я бы так не поступил, я бы так не сказал, я бы то и то не сделал. Но когда я оказываюсь в реальной ситуации церкви, когда рядом со мной люди, которые где-то наступили на мой мозоль, я узнал, что у меня есть мозоль. Мне казалось, мне так легко всех прощать. А кто-то просто не поздоровался со мной, так у меня обида на 2 недели вперед. Я думал, что я такой щедрый. А когда оказалось, что нужно было кого-то там подвести, помочь, у меня не нашлось для этого ни времени, ни желания. Как много моментов
которые нам кажется, их у нас нету. И только церковь – место, где все это проявляется. Наши амбиции, наше тщеславие, наша гордость. Еще раз, друзья мои, я не хочу, чтобы мы идеализировали или впадали в какие-то моменты. Вот знаете, самое страшное, когда мы начинаем понимать слова Христа как какую-то, знаете, сказку, такую красивую. Вот, люби ближнего, прощай ближнего и так далее. И мы бы тогда, да, Господи, я согласен с тобой, это правильно. И вот той и той сестре бы надо бы... Но Христос говорит о тебе и обо мне. Но, друзья мои, поймите, что в этом благая весть, что Христос нас принимает такие, как мы есть, зная нас полностью. И благодать как раз в том, что Он хочет взять нас за руку и сказать: пойдем со мной, я тебя изменю. Та тьма, которая в сердце твоем, Господи, она уйдет, когда ты впустишь мой свет. И для этого я создам церковь, вот такую церковь, где люди не играют, где люди по-настоящему хотят быть Христовыми, хотят показать себе Христа по-настоящему, не играя в игры. И у него получится. У него получится. Именно такую церковь враг никогда не сможет победить. Почему? Потому что там, если любовь, то настоящая любовь. Если прощение, то настоящее прощение. Если долготерпение, то настоящее долготерпение. Там нету лицемерия. Там нету двойных, тройных стандартов. Почему? Потому что мы сказали: Господи, я хочу, чтобы ты менял меня. И вы знаете, в этом нету ничего нового на самом деле. Ничего нового. Именно с этого создавалась первая церковь. Да? Мы иногда тоже думаем: вот первая церковь, апостолы. Да, вот они еще помнят Христа, они общались со Христом. И вот идеальная церковь. Нет. Но тем не менее, давайте прочитаем Деяния апостолов. 2 глава, 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Все же верующие были вместе и имели все общее». Вот посмотрите, да, автор послания говорит, что у них было что? У них было учение, у них была молитва и у них было служение. То есть то, что заполняет как бы жизнь церкви. Но при этом он говорит, что у них было общение. То есть они терлись между собой. Иудеи, фарисеи, там, книжники, которые уверовали во Христа, язычники. Мы же все разные. Но именно это общение, оно и меняло их. Но, тем не менее, в послании к Коринфянам апостол Павел пишет в 15 главе: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Интересно, да? Послание, обращенное к церкви, говорит: «Отрезвитесь». То есть вы как будто пьяные. Вы как будто не хотите принять правду, какую-то адекватность. Вы уходите в какое-то другое состояние, где для вас все нормально. Но апостол говорит: отрезвитесь и не грешите. К стыду вашему говорю, к стыду вашему говорю. Некоторые из вас не знают Бога, ходя в церковь и называя себя верующими людьми. Взывает и говорит, чтобы мы отрезвились. Писание опять и опять направляет нас в экклезию, общение, собрание людей, в церковь. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих.
Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Есть территория света, есть территория правды Божьей. Поэтому, когда мы хотим пребывать в этом свете, да, мы имеем общение с нашими братьями и сестрами. И вот как раз в этом общении возникают моменты, которые для нас неприятны. Я вдруг понимаю, что думал, что люблю, думал, что могу простить, думал, что так, а на самом деле оказалось не так. Но опять благая весть в том, что когда мы ходим во свете, мы не одни, с нами Бог. И я, понимая свою слабость, понимая свое несовершенство, я обращаюсь к Богу, говорю: Господи, прости. Помоги мне преодолеть этот момент в моей жизни. И поэтому Слово Божье говорит, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Я думал: Господи, так это же праведники ходят во свете, да? Какие грехи у них? Так вот как раз Писание говорит, что когда мы ходим в этом общении, там есть большой шанс, что согрешить. И Бога это не удивляет. Бог говорит: кровь моя очищает. Почему? Да потому что ты отрезвился, ты не хочешь жить в этом дурмане иллюзии самоправедности. Что я хожу в церковь, читаю Библию, молюсь, enough, достаточно. Оказывается, школа Христа, церковь – это то место, где мы проявляемся на самом деле. Место, где мы можем поддержать, а можем предать. Где место, где мы можем посмотреть, а можем отвернуть глаза. Это место, где мы можем реально расти. Это место, где мы можем реально показывать, насколько в нас свет. Последнее место Писания, которое мы будем читать, это второе послание Петра с первой главы, с третьего по восьмой стих, даже по десятый, наверное, да, возьмем. Итак, Слово Божие. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растление похоти». Да? Пока до этого места. Интересно, как это созвучно в послании Галатам, что сказал апостол Павел. Да? «Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями». Здесь Петр говорит о том, чтобы мы удалились от господствующего в мире растления похоти. Но при этом он говорит, что нам даровано, то есть нам дано все. Вот просто скажи в себе: Господь мне дал все, все потребное для жизни и благочестия, чтобы жить благочестивой жизнью, праведной жизнью, светлой жизнью, жизнью, где я буду отображать Христа. Мне все дано, да? Через познание призвавшего. Опять мы идем в школу Христа. Где мы можем познать Христа, как не в Его школе? Когда Христос говорит: научитесь от Меня, и мы учимся, мы познаем Его, мы познаем Его характер, да? Через познание призвавшего нас славой и благостью, которым дарованы нам великие драгоценные обетования. Для чего? Чтобы нам сделаться, чтобы нам быть причастниками
божеского естества. Вау! Это что, вот я такой вот человек, у которого не все всегда хорошо и в порядке, могу стать частью божьего естества? Это шутка такая? Или это просто вот Петр вот так вот просто взял и вот такие словеса сказал, что вот знаете, что вот вам планка, вы никогда до нее не допрыгнете. Но просто имейте в виду, было бы хорошо. Но он говорит, это реальность, и нам все для этого дано, чтобы быть частью божеского естества, то есть божеской природы, божественной природы, Господней природы. Нам все для этого дано. 5 стих. То вы, прилагая к сему все старание. Вау, еще одно интересное слово. Оказывается, оно не прилагается само по себе. Вот просто, знаешь, помолился, в церковь пришел, вышел другой человек. Все старое прошло, все новый человек, вообще новый человек. Ну, здесь надо прилагать старание. И мы опять возвращаемся в школу. Когда мы учимся, надо прилагать старания. Студенты, кто там? Надо прилагать старания. Ну, во всяком случае, стараться прилагать старания. Да? Ну, скажем так. Вот. То когда мы прилагаем к этому старанию, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбие любовь. Я сейчас не буду разбирать все эти отдельные моменты, я просто хочу, чтобы мы услышали важную мысль. Оказывается, желая достигнуть вот этого света в себе, света Божьего, мы должны прилагать к этому старание, чтобы показать. Что значит показать? Сфотографировать, нарисовать. Что значит показать? Проявить, да? Вот проявить. Вот фотографию проявляют. Ее фотографируют, а потом вот раньше, кто вот делал фотографии, ее проявляют. Так вот, Петр говорит, чтобы мы проявили, показали в нашей вере вот эти дары Духа Святого. Чтобы мы показали, что это не виртуальность, это не иллюзия, это реальность. Где показали? Показали в церкви прежде всего. Почему? Потому что, знаете, ну вот как-то для некоторых верующих вопрос мира, он как бы более простой. Ну что там, ну они, понятно, грешники, да что с ними там нянькаться, да, вот они так и я тогда там, ну вот. А в церкви? Ну в церкви же все ж святые, да, а оказывается не такие святые, как ты думал. Вот, и оказывается, что и ты сам не так уж и свят, как о себе представлял. То есть начинается оно в церкви как раз. Оно не заканчивается в церкви, но начинается оно в церкви. Когда рядом с тобой такие же, как и ты, и любят Бога, и читают Библию, и молятся. Тебе нечем как бы превознестись над ними. Понимаете, ну, смотря на мирских, мы как бы немножко превозносимся. Да? Мы говорим, ну, Господи, мы же дети Твои. Ну, там они вот такие, а мы, ну, Господи, мы, ну, как бы там не было, мы же все-таки Твои, да? А в церкви? А в церкви все как бы равны среди равных. Нету ничего, чем бы ты мог сказать, а вот и все, рот закрывается, да? Поэтому Петр предлагает нам, поощряет нас проявлять вере. Вот Сережа хорошо говорил о вере тоже, да? Какая бывает вера? Живая вера или вот такая вера, как у того, у которого нету веры, да? Какая наша вера? Что мы в ней показываем? Что мы в ней проявляем? 8 стих. Если это вас есть,
Ага, и мы себя как бы думаем, ага, да, вот, Господи, а как узнать, я так давно не был в церкви, вот как узнать, есть это у меня или нет? Хотелось бы узнать, а как? В церковь не хожу, дома сижу, а на диване очень хорошее, собрание не пропускаю, слушаю, делаю даже некоторые пометки, да? Вот, то есть надо как-то узнать. И Петр говорит, если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. То есть, если на самом деле это есть, и мы это увидели, то есть вчера я еще вот не мог простить, а сегодня я уже с трудом, но стараюсь прощать. Да? Если вчера я еще там опаздывал на служение, вот прошлое, а в это вот уже стараюсь вовремя приезжать. Прошлое собрание, я вот, мне и песни не нравились, и вот как поют не нравится, да, ну вот я понял, что на самом деле, если я не могу выйти сам на сцену, то я буду стараться петь из зала, как могу, но буду петь, не буду критиковать, буду петь. Вы понимаете, это же так много моментов в нашей жизни, где мы проявляем себя, вот этот мрак эгоизма, лицемерия, гордости. Но когда я вижу, Господи, ты работаешь, ты реальный, ты мне помогаешь, и я иду в этой школе, я учусь, я меняюсь, я шлифуюсь. Не просто, сложно. А когда в школе было просто? Не просто. Но я расту. И Петр говорит, вы не останетесь без успеха. Успеха и плода. Будет этот результат, будет успех, будет изменение. Как помните, Иоанн сказал, мне надо умоляться, а Христу возрастать. Да? Вот. Но и это еще не конец. Последнее, 9 стих, 10 стих, читаем. А в кого нет этого, чего нет? Ну вот этого роста нет, да, то есть... Это было положительно. Если ты видишь и растешь, то классно, здорово, ты на правильном пути. А вот если нет этого, тот, смотрите, слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. О-о! Если до этого апостол Павел говорил «отрезвитесь», да, то Петр говорит, что этот человек, он слеп. То есть, в принципе, смысл тот же самый. Ты не хочешь видеть правду. Ты хочешь остаться в своем понимании христианства, церкви и позиции верующего человека. Ты слеп. Ты закрыл глаза, смотрите, умышленно закрыл глаза. Не то, что ты там родился и был слепым, да, вот всю жизнь был слепым. Нет, ты видел, но тебе не нравится этот свет, он тебе мешает. То, о чем говорил Сережа опять, да? Люди почему не захотели, не избрали, не выбрали свет? Потому что дела их темные, правда? И этот свет, а он же светит. Ты не можешь от него отвернуться. Но чтобы его не видеть, ты что, закрываешь глаза. Если тебе не нравится, можешь лампочку разбить. Тоже вариант. Да? То, что говорил и делал Христос, тоже очень многим не нравилось. И они тоже это решили этот вопрос, да? Очень быстро. На крест его и прибили. Все, все, микрофон закрыли. Это им так казалось. Поэтому Петр говорит, в ком этого нет, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Но мы закончим все-таки на позитивной ноте. Это 10 стих того же места Петра. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнётесь, ибо так откроется вам свободный вход вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Я очень надеюсь, что именно об этом мы и думаем.
Потому что Царство Божье, Царство, оно внутри каждого из вас. И Петр поощряет нас к этому. Он говорит: друзья мои, пожалуйста, просто посмотрите правде в глаза, посмотрите свету в глаза. Растете вы или нет, да? Меняется у вас что-то или нет? В школе вы Христа или вы на диване? Вот, не в школе. Вот. Поэтому, еще раз, пусть Бог благословит каждого из нас. Но, вот помните, Давид говорит в своих псалмах: «Господи, к дивным Твоим душа моя влечется». Да? Я так обрадовался, когда сказали мне: пойдем в Дом Божий. Казалось бы, царь, ну что тебе в Доме Божьем? Ну, у тебя столько дел, столько вопросов, ты пророк Божий, ну, спой пару псалмов, ну все же хорошо. Ну, что тебе, куда тебе ходить? Ты и так во дворце. Нет, есть удивительное место. Место Церкви Божьей, место Храма Божьего, место, где формируется невеста нашего Иисуса Христа. Место, где мы шлифуемся друг об друга, да? Где мы учимся любить друг друга, где мы учимся прощать друг друга, где мы учимся поднимать друг друга, где мы идем этой школой для того, чтобы меняться и своим влиянием помогать меняться рядом стоящим братьям и сестрам. И это так важно, и это так ценно. Друзья мои, поощряю всех. Если у вас нету каких-то медицинских моментов, нету других каких-то моментов, то есть вопрос касается вашего решения, не оставляйте собрание. Идите в Дом Божий. Поддержите других. Благословите своим присутствием. Пусть посмотрят вам в глаза. А вы им скажете, как вы их любите. Как вы их любите. Это очень ценно и очень важно. Давайте мы об этом сейчас помолимся. Дорогой наш Господь, Отец наш Небесный, я так благодарю Тебя, Господи, что начавши в нас дело спасения, дело веры, Господи, Ты не оставляешь, Ты не бросаешь. Господи, даже видя наши ошибки, даже видя наши моменты, когда мы упорствуем, когда мы не хотим согласиться с Тобой, когда наша плоть кричит об обратном, Господи, Ты все равно продолжаешь нас любить. Ты все равно призываешь нас в Церковь Твою. Потому что Ты сказал, это Твои слова. Нету ни одного другого места во Вселенной, в других местах, чтобы что-то могло не упасть, не поломаться. Есть только Церковь Божья, которую не одолеют врата ада, которую не может одолеть зло. Потому что это Твоя Церковь, это Твоя голубица, это то, за что Ты умирал. Господи, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что мы говорим сегодня об этом. Благодарим Тебя, что Слово Твое сегодня говорит нам об этом, что Ты не молчишь, Господи, что Ты хочешь, чтобы, Господи, это были не просто теоретические наши знания, чтобы мы были умнее других, Господи. Но Ты хочешь, чтобы мы проявили Тебя, Господи, даже не столько в теологии, в каких-то очень глубоких познаниях, чтобы мы могли проявить Твое сердце и Твою любовь. И все это Ты хочешь, чтобы мы, Господи, проявляли прежде всего в Церкви Твоей, друг к другу. Господи, помоги нам, Отец, возлюбить Слово Твое, возлюбить правду Твою, покориться правде Твоей и меняться в образ Твой. Пусть Тебе, Господи, за все будет благодарность и слава. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Все твои друзья.
Христа. И не будет ей конца. Во Христе одна семья. Бог Отец любит тебя и меня. Во Христе одна семья. Иисус любит тебя и меня. Во Христе одна семья. Дух Святой наполняет тебя и меня. Друг для друга ты и я. Во Христе одна семья. Все твои друзья. Друг для друга ты и я. Во Христе одна семья. Ты мой брат, а ты сестра. Во Христе одна семья. Бог Отец любит тебя и меня. Во Христе одна семья. Иисус любит тебя и меня. Во Христе одна семья. Святой наполняет тебя и меня. Друг для друга ты и я. Во Христе одна семья. Во Христе одна семья. Бог Отец любит тебя и меня. Во Христе одна семья. Иисус любит тебя и меня. Во Христе одна семья. Дух Святой.